Сейчас мы находимся в Униксе, где началась регистрация на Russian PR Week. С самого утра и до вечера будет проходить форум. Что же это такое и о чем тут рассказывают, узнаем далее. Russian PR Week – это всероссийский интерактивный форум. Он проходит уже 8-й год при помощи студенческой организации «Комьюнити» и с каждым разом набирает популярность среди студентов. Форум – это всегда площадка для знакомства студентов с профессией, потому что мы приглашаем спикеров со всей России. Кто-то здесь находит свою работу, кто-то только знакомится со своей будущей профессией. Но это всегда диалог между профессионалами и студентами. Также участники форума смогут проверить свои знания на Олимпиаде по рекламе и пиар и принять участие в интерактивных конкурсах. На Russian PR Week приезжают студенты со всей России. В этом году запланировано 12 спикеров. Например, будет выступать пиар-менеджер Тимати, продюсер рекламных роликов Сбербанка, директор по маркетингу телеканала ТНТ и многие другие. Все эти спикеры, они так или иначе связаны с рекламной или медиасферой, и все призваны для того, чтобы просто как-то погрузить участников форума в рекламную среду. Первым спикером стала Валерия Бруно, которая рассказала о трансформации профессии пиар на примере кейсов Димы Масленникова и Клавы Коки. Во-первых, нужно делиться навыками и опытом. Чем больше ты знаешь, тем больше нужно это отдавать другим, кто только начинает. И это крутая возможность для как спикеров, так и тех, кто сюда пришел, для участников обменяться энергией, обменяться чем-то новым. Поэтому я здесь. Мы видим, что сегодня медиапространство, коммуникационное пространство требует свежих идей, неординарных подходов, неординарных поступков. Оно требует огромного количества новой, молодой, что называется, крови, которая смогла бы придать новые импульсы тому, что мы называем медиакоммуникационное пространство. Закрывала первый день форума Валерия Курако. Она является продюсером и соавтором онлайн-школ. Валерия поделилась со слушателями секретами продвижения информационных продуктов и рассказала свою историю. Итак, по поводу форума. Это один из моих самых главных шагов был. Это участие в этом форуме, потому что я сейчас занимаюсь своим личным брендом и развитием. Я теневой игрок, серый кардинал. Я тоже продюсер, но продюсер онлайн-сетей. Нас никогда не видно, но мы всегда есть. Напомним, что форум будет идти 3 дня, а в последний день вечером пройдет тематическая вечеринка на «Пиаримся», где участники смогут отдохнуть и прокачать свои навыки по нетворкингу. Ангелина Трынина, Александр Кузнецов, Универньюз.